1 июня на Молдэкспо открылась первая международная специализированная выставка товаров и услуг для детей и подростков Kids Expo. Участниками экспозиции стали более 70 компаний, среди которых молдавские производители и дистрибьюторы. Мы предлагаем защиту глаз для детей. То есть это солнечные очки с фильтром от ультрафиолетовых лучей. Мы предлагаем детскую мебель в зависимости от потребностей каждого покупателя. Очень большой ассортимент детских стульчиков, столов. Также мы узнаем от покупателей их пожелания. Поступили ли какие-нибудь заказы здесь на выставке? Интересуются хорошо. Кое-что и продали, кое-что и люди будут уже думать уже в последние дни, наверное, будут приходить покупать. Вы продали что-то? Немножко продали, да. Многие как бы приходят, они не знали, что вот мы представляем вот эту марку очков, что вот детские очки могут быть такого качества. Были ли продажи уже на выставке? Конечно, конечно. Мы очень довольны вчерашним днем, сегодняшним утром, мы очень довольны этой выставкой. Или вы сегодня пришли на выставку? Ну, все-таки эта выставка специализирована для малышей. И вот первая выставка в жизни Теодора, нашего любимого сына. Поэтому, конечно, очень интересно посмотреть, что есть в Молдове. Все для наших самых любимых чад. Так как Международный день детей вчера был, поэтому мы стараемся с семьей отмечать этот праздник. И вот собрались все, мама с папой и дети, пришли сюда поинтересоваться новинками в области, так сказать, мира детства, любопытства и, конечно же, что-нибудь приобрести. Хотелось бы посмотреть, что есть интересного, что можно приобрести, что вообще интересного есть вот для детей Молдовы. Что вас привело сегодня на выставку? По рекламе, по крайней мере, мы слышали, что ассортимент большой, и что детский вид товар, и то, что все это в одном месте. Что-то уже приобрели или планируете? Приобрели и ищем еще. Что приобрели? Детскую обувь. Вы довольны выставкой? Честно, очень. Вы планируете что-то приобрести сегодня? Может быть, да. Вот если нам что-то понравится, какие-то вот вещи есть интересные. Наверное, детское питание первоначально, потому что самое главное – это питание ребенка, а потом уже досуг и развлечения. Планируете что-то приобрести? Естественно, потому что мне кажется, что любой родитель в первую очередь хочет что-то комплексно найти на выставке. Поэтому мне кажется, что выставки – это очень удачный момент, когда специализировано все, что есть для деток, можно найти и приобрести. Выставка продлится до 5 июня.